Добрый. Сегодня знаменательная дата. Сегодня официальный просмотр нашего второго клипа. А ты с какого считаешь? С какого? Я с прочь считаю. Остальные это просто были съемки. Прочь, такой достаточно сразу клип снимался профессионально. Помнишь эмоции какие были? Вообще. А помнишь, какая дата? 17 августа мы снимали. 17 августа. Я дату, честно, не помню. Надеюсь, наш творческий, так сказать, уровень растет, поэтому будем расти, развиваться, продолжать делать этот мир лучше. Просмотр нашей работы. Запускаем. Мы познакомились совершенно недавно. На душе мне мила, словно ламбада. Ощущаю себя просто отпадно, когда хватаешь под руку и ведешь куда-то. Мне сложно сказать об этом вслух, даже когда думаю об этом, дрожат руки. Ты можешь сказать, что в этом я глуп, но ты не переживала такие штуки. Боюсь обжечься снова в этом, поэтому проще написать с приветом, высказаться обо всем в песне этой, ведь мотив сближает. Мы с тобой гуляем оба под дождем, под дождем, под дождем. Оба смотрим в голубое небо. Ты мечтаешь Крия, я Сиэтл, лица Диего. Но это не важно, наши дороги разошлись, так и не взяв начало. Мы одинаковые, разные одновременно. Это запало в душу мне. Несомненно, не хочу разочаровывать нас, наверное, поэтому пишу эти строки об этом. Песни писать помогает, однако демоны душу изнутри выжигают, разрывая недавно зашитые раны. Снова смех, снова роль, как задолбало. Думаю, поймешь простой мотив. Не первый год живем, не первый год кричим. Говорить вслух как-то некомфортно. Давай же споем вместе последние ноты. Я тоже хочу сказать Артем.
помню, прям растешь реально. Последний раз, когда, будучи на концерте, я слышала, тебя стало очень слышно. Тебя стало ясно, четко слышно, то есть это здорово. Ты что, отвернулся-то? Надо, я вообще думаю, что надо было выхватить стратокастер и его раздубасить об этом. Ну, по крайней мере, зонтиком, когда ты обходила там сзади, надо было врезать. Там было прикольно, ваши руки не цеплялись. Ну, как бы лично. Да, потому что на съемках предыдущего клипа Вити реально вмазали. Он в какой-то момент сказал, может быть, хватит меня бить по лицу. Мы же не с первого дубля это сняли. Александр, ну скажи пару слов. Что я могу сказать? Холодно. И все. Кофе у тебя вкусный был? Очень. Я кофе не пил. А что пил? А вот этого я уже не скажу. А клип посмотрел? Посмотрел. Тебе он понравился? Я прошу прощения, что ты не вошел туда в эпизоде зонтика. Меня вообще надо было на... отдельно снять в другом клипе. Я был поливатель водой. Неправильно меня там обозначили. Самое главное, ты сменил локации. Благодаря тебе мы быстро переместились в автобус. Спасибо. Видимо, водитель шланга. Поливатель — это же водитель шланга. Водитель Александр Шур. Правильно? Вот. Мы только что посмотрели наш собственный клип. И надо вам сказать, что это очень даже неплохая работа. Да, отличная работа, что ты применяешься. Да, работу басиста я уже отметил. Теперь что касается Артема. Да, Артему я уже посоветовал, что кроме того, что попадать в ноты, нужно еще и попадать в кадре в ноты. Иногда хотя бы. Да. Нет, иногда хотя бы попадать из тех разов, что он не попал. Потому что в основном-то он попадал, но в некоторых не попадал. И вот в эти некоторые нужно попадать. Пусть попадает во все. Да. Потом, что еще хотелось бы отметить. Очень порадовал кадр с хлещущим бензином из горловины бака. На цоколь дома. Да, да, да. Ну, видимо, это на самом деле дождь был и водосточная труба. Но все равно, как бы, элемент боевика присутствует. Да, про то, что зонтик не сыграл своей роли, не выстрелил, это да. Но это вот, как бы, над этим мы будем работать еще, у нас много впереди. Зонтик, ружье и милицейская фуражка у нас впереди. Всем спасибо. Я могу сказать пару слов по поводу клипа, который мы только что посмотрели. Ну и, как говорится, пару слов. Понравилось. Коллектив растет. Поздравляю сезон с дождей с премьерой клипа. Очень интересно, драйвово. Так держать, развивайтесь, растите, выступайте. Спасибо, Дим. Сейчас. Сориентируйтесь, подождите, ребята. Клип очень классный. Very wonderful. Thank you very much. Александр, вы волшебник. Да, что вы. Да. Я никогда бы не подумала, что вот так смотреться. Хорошо смотрится. Отлично, по-моему. Да, мне тоже понравилось. Я же говорю, волшебник. Вот, главного героя. Спасибо за работу. Я считаю, клип супер получился. Порой смотришь и думаешь, что это не ты снимался, а какой-то другой человек. Может, кто-то другой приходил? Наверное, не знаю. Супер все. Саш, теперь ты со светом. Я уже все сказал. Без света. Без света это было. Ну что, ребят, молодцы? Кто у нас режиссер? Вообще? Режиссер молодец, да? Да, желаю вам просто уже коллекцию иметь подобных клипов. Ну это же как драгоценные камни, это так собирается по крупицам.
Ну, значит, наверстывайте. Наверстывайте. Брагу. Загребать эти карты. Брагу? Брагу очень нужно. Желательно выбирать. Хорошие браги, хорошие клипы не получаются. Ну все, расходимся тогда. Всем спасибо большое. Всем пока. Спасибо большое. Спасибо, все свободны.